Быть настоящим защитником Отечества можно в любом возрасте, даже если тебе 12 лет. В этом убеждены организаторы и участники Всероссийского патриотического движения «Юнармия». Пожить в палатках и поучиться у опытных военных инструкторов, причем совершенно бесплатно. Такая возможность выпала 300 юношам из разных регионов России. 70 из них – ульяновцы. Наши ребята целых 10 дней провели в военно-патриотическом парке «Патриот» Московской области. Смена закончилась, делегация вернулась домой. Теперь участники делятся своими впечатлениями. Ну, лагерь был очень классно, программа была замечательная. Мы занимались тактикой, связью, нас обучали медицине. Было все интересно, и это был опыт какой-то, я думал, мне пригодится в жизни. Всероссийское движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны России. Цель – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории своей страны, ее народов, героев и выдающихся ученых. Вступить в «Юнармию» может любой желающий. Каждый год участники движения встречаются в парке «Патриот», общаются и получают новые знания. Чисто мужской коллектив. Вот. Они были там рассортированы по отрядам, по возрастам. Всего 13 отрядов, замечательная организация смен. У них были инструктора. Военные, действующие военные, которые проводили с ним занятия по топографии, строевой подготовке, значит, радиодело, стрельба. У них там лазертаг соревнования проводились между взводами. В этом году у любого ребенка, который вступил в «Юнармию», была возможность попасть на смену. Как отметили представители Министерства образования и науки, в рамках этого движения все дети имеют равные возможности получить знания и опыт. Мы очень благодарны главному штабу «Юнармии» за то, что наша делегация получилась очень большой, очень объемной. «Юнармия» дает возможность ребятам побывать на мероприятиях всероссийского уровня. В этом году они у нас были в Орленке, в Всероссийском детском центре, на Всероссийский съезд в Москву ездили, на семинаре были в Москве. Вот сейчас были лагеря «Патриот», готовятся смены в других всероссийских детских центрах. Мы надеемся, что нас тоже туда пригласят, и наши ребята смогут побывать. В дальнейшем движение планирует развиваться, поэтому ульяновские юнармейцы уже готовятся к грядущим поездкам. Елена Тимонина, Екатерина Лазарева, Сергей Свешников. Вести. Ульяновск.